Привет, меня зовут Прохван. Я сегодня буду учиться солнышко первый раз. В общем, кто меня знал, все прощайте. Сегодня мой ассистент Паша или... Бля! Давай! Так, где же... Что-то мне дало, что-то упало. Это кажется, наверное... По размышлениям, Петр Первый придумал, ему приснилась таблица умножения. Да? Да, ты что, не знал?